Порыв трубы водоснабжения произошел в ночь на среду в Ижевске. Фонтан бил возле разрушенного дома на улице Удмуртской. Ликвидировали порыв только спустя 2 часа. Вода затопила 4 улицы. Депутатов Госсовета Удмуртии лишили миллиона на исполнение наказов избирателей. Решение связано с требованием соглашения между Минфином России и правительством республики. Татьяна Чуракова возглавила объединенный Минсоцзащиты и Минтруд Удмуртии. К исполнению обязанностей она приступила с 9 декабря. За день до этого министр труда и миграционной политики Надежда Губская покинула свой пост. На трассе Ижевск-Воткинск грузовик насмерть сбил пешехода. Авария произошла рано утром в среду. Пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, когда попал под колеса МАЗа. В четверг в Удмуртии ожидается сильный снегопад. Об ухудшении погоды предупредили сотрудники госавтоинспекции. Автолюбители и пешеходов попросили быть более внимательными на дорогах.